целях установления местонахождения пропавшей в начале февраля несовершеннолетней девочки руководством городского отдела было решено провести работу по прочесыванию центральной и окраинной части города с привлечением студентов-волонтеров. В ходе поисковых мероприятий город условно был разделен на несколько частей, куда были направлены волонтеры в сопровождении сотрудников полиции. С заявлением обратилась Рузиева Уисифат Арзатовна, 91-го года рождения, гражданка Республики Таджикистан, временно проживающая в городе Хасавюрт. Обратилась о том, что у нее без вести пропал ребенок, 5-летняя девочка, Гиеева Мадина Бахридиновна, 2012 года рождения. Хотели бы призвать жителей города Хасавюрта, то есть оказать содействие в этом отношении и помочь. Если кто-то владеет информацией, большая просьба обратиться к нам, довести до нас это. Активистами, вышедшими на поиски, проверяли стихийные свалки, объемные подозрительные пакеты, гаражи, складные помещения, заброшенные и недостроенные здания. Отдельной группой студентов тщательно велась работа вдоль берега реки Ярыксу. Мы ничего не обнаружили, никаких следов, но мы думаем, что в дальнейшем мы, конечно, на этом не прекращаем наши поиски. Мы еще раз сделаем такую, скажем так, попытку, мы выйдем еще раз в поиски этой девочки. Эта работа проводится совместно с органами правоохранительными, совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних. И, конечно, огромную работу хочу, конечно, поблагодарить и волонтеров, и заместителей директоров по воспитательной работе. В процессе поисков проводилась беседа с прохожими и жителями города на предмет получения какой-либо информации с предъявлением фотографии пропавшей. В поиске Мадины Гиеевой было задействовано около 150 сотрудников полиции различных подразделений и более 170 студентов-волонтеров. Мы с волонтерами прошлись по речке, там заброшенные склады там посмотрели. Сейчас хотим еще на ту сторону пойти посмотреть. Там, если даже после мы хотим собраться, там пойти поискать еще. По словам работников правоохранительных органов, с момента поступления заявления и по сей день сотрудниками полиции проводились разыскные мероприятия. Были изъяты записи с камер видеонаблюдения, опрошены соседи. В дальнейшем мероприятия по поиску будут продолжены. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».